преподавателей детской музыкальной школы. Вкладываете в свое выступление, когда играете? Ну, конечно же, душу и любовь, потому что у нас такое произведение о любви. Олег Владиславович, на днях незаметно пролетел первый год вашего директорства. Что бы вы могли сказать об этом новом качестве? Ну, удивительная профессия. Она интересная, помогает мне быть целеустремленным и позитивным. И я как директор должен понимать возложенную на школу миссию, видеть цель, уметь прогнозировать результаты и быть лидером. Мне нравится улучшать школу, желание и умение воспринимать новые идеи, видеть перспективу деятельности и вести свой коллектив к успеху.
Вчера мне о далеком, о забытом, перешитом полусне. Милый друг, ни разговором, ни намеком не вернуть былого отклика в душе. Все, что было, все, что было, все давным-давно уплыло, утомились лаской губы и натешила душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Может быть, но вот совсем еще недавно захлебнулось сердце радостью в груди. А теперь, как это просто и забавно, мне сказать тебе лишь хочется: уйди. Все, что было, все давным-давно уплыло, утопились лаской губы и натешилась душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Года проходят стороною, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть? Преподаватель академического вокала. На сегодняшний момент очень многие выпускники моего класса, в частности Анастасия Полубинская, Анастасия Никитина, окончив нашу школу, окончив колледжи и поступив в институты, являются продолжателями нашей творческой профессии. Они работают у нас в музыкальной школе и готовят прекрасных учеников, выступают на конкурсах, завоевывают призовые места. Очень много выпускниц моего класса работает в сельских клубах. Это и Шувое, и Михали, и Раменский район. Ну, прекрасная ученица, вообще звезда моего класса, Анастасия Рангач. Она сейчас учится, закончила колледж при консерватории. Вообще большая умничка. Это наша гордость.
Интересно то, что ученики относятся очень творчески к своей профессии. Мы много слушаем, много выезжаем, много гастролируем и много выступаем на конкурсах. Много лауреатов академического вокала. В нашей школе сейчас преподают такие выпускницы, как Полубинская Анастасия, Никитина Анастасия. Они являются нашими выпускницами и продолжают, творчески продолжают свою профессиональную работу. Много выступают. У них прекрасный дуэт, который выступает на различного уровня вокальных конкурсов. Девочки очень с любовью относятся к своей профессии, и поэтому у них растут тоже очень красивые, талантливые ученики, которые продолжают и, надеюсь, вернутся к нам в школу, будут продолжать нашу педагогическую работу, нашу педагогическую деятельность. Преподавание – это значит привить, в первую очередь, конечно, любовь к музыке, чтобы она была не просто вот отзанимались и ушли, а чтобы душа пела. У многих ребят вот так вот и получается. Они приходят домой и говорят: «Галина Владимировна, мы почти весь вечер поем свои произведения». Это самое главное. Олег Владиславович, вот пользуясь спортивной терминологией, вы играющий тренер. Наши зрители внимательные заметили вас и в составе оркестра, а некоторые ваши коллеги по секрету сказали, что раньше вы даже в составе вокального ансамбля «Либерта» исполняли композиции. Вот такая вовлеченность в жизнь коллектива, она вам больше помогает в директорской работе или только время отрывает? Ну да, конечно, помогает. Музыка для меня – это все. Это жизнь, дополнение к жизни. И музыка – это моя душа и мой внутренний мир. Мне удается смешать оба вида деятельности. Я хочу развиваться как в музыке, так и в директорском. Я творческий человек, без музыки и я не могу. Вот этот концерт считался юбилейным концертом. Вот у нас так получилось в период пандемии, что мы оттянули его настолько времени. И, конечно, хотелось бы собрать много зрителей, но не получается. И вот мы решили загрузить в соцсети его. И хотелось бы огромное, большое сказать спасибо вам за профессиональное освещение и концертов. Дорогие коллеги, учащиеся, зрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо вам за отличную работу и теплые отношения в коллективе. Пусть Новый год для каждого из вас будет успешным и добрым, счастливым и удачным. Смотрите и слушайте только хорошую музыку.